Ставрополе вручили дипломы курсантам университета МВД. Документ об образовании получили 69 лейтенантов. 44 из них останутся работать в краевой полиции, остальные отправятся в республики Северного Кавказа, Москву и Курскую область. На торжественном построении молодых офицеров и их семьи поздравил губернатор Владимир Владимиров. Вы служите России. Ваша служба сопряжена с большим риском. Я очень хочу, чтобы вы всегда возвращались домой, потому что мы вас ждем. Родителям, родственникам, я сегодня многих видел, я видел гордость на ваших лицах. Я очень хочу, чтобы вот эта гордость была пронесена через всю жизнь за то, что делают ваши дети и ваши родственники. В Арцгире на улице Калинина завершилось благоустройство аллеи детства. Там оборудовали пешеходные зоны, провели уличное освещение, установили световой фонтан, скамейки и урны, сообщили в региональном Миндоре. Также на территории пространства провели озеленительные работы. Благоустройство аллеи провели по нацпроекту «Жилье и городская среда». В Новоалександровском округе стартовал капитальный ремонт участка подъездной дороги к поселку Равниному. Там постелят новое асфальтобетонное покрытие, сообщили в региональном Миндоре. Также на отрезке обустроят тротуары, оборудуют уличное освещение и остановочные павильоны. Работы проводят по краевой госпрограмме развития транспортной системы. В хуторе Сухом построили новый фельдшерско-акушерский пункт. Там оборудовали кабинет приема пациентов, холл для ожидания и процедурную комнату, сообщили в региональном Минздраве. Теперь жители смогут получать медицинскую помощь и делать прививки рядом с домом. Работы провели по краевой программе модернизации первичного звена здравоохранения.